Здрасте, снова здесь я, снова в другой кепке, потому что моя любимая кепка находится в стирке, она испачкалась, она уже грязная, я в ней уже хожу до хрена сколько времени, и baby metal, catch me if you can. Baby Metal, кстати, очень забавная группа. Няшные девушки, которые мешают, смешивают рок и электромузыку, и получается очень даже неплохо. Вот честно скажу, я Baby Metal смотрел там до этого парочку, несколько клипов, и это было топово, это было шикарно. А теперь я хочу посмотреть, что у них вышло новенького, потому что это новенькое. И да, в описании, вот там снизу, зайди, там ссылка на мой личный канал, зайди и посмотри что-нибудь, и подпишись. Обязательно. Поехали. Это даже концертная запись, что ли, да? Но у них всегда, что по большей части в виде концертных записей. Ну, давай глянем. Пока приятная на слух. Посмотрим, что будет дальше, когда они запоют. Сейчас должно быть мясо. У них всегда было мясо. Я не думаю, что сейчас что-то изменится. Розовая гитара — это топчик. Прям розовая гитара. Она даже... Не фиолетовая. Она все-таки больше розовая, чем фиолетовая. Ну, где мясо? Я жду мясо. Прям, ова, ждем мясо. Фига у него басушка, кстати. Неплохая басуха, кстати. Мощавая басуха. Окей, все показали свое мастерство. А теперь выходят девочки. Поехали. Пошла жара. Как это странно звучит на самом деле, но звучит хорошо, согласитесь. Аж голова зачесалась. Это очень странно, кстати. Мне кажется, то, что было у них раньше, было чуть получше. Но может что разойдется. Блин, правда, башка аж зачесалась. Жесть. Ну вот сейчас чисто саундтрек аниме. Прям вообще. Реальный саундтрек аниме. Иначе это не сказать.
вот оно. Вот что я ждал, мясо! Опять аниме саундтрек. Я не могу прям. Не, я когда-то смотрел аниме в свое время. Много, очень много пересмотрел аниме. Могу сказать с полной уверенностью. Это по-любому будет в каком-нибудь аниме. Ну, честно скажу, не, то, что было раньше, мне нравилось чуть-чуть побольше. Тут... Ну, простоватенько. Я ожидал от них гораздо большего. Нет, это не полное говно. Это все равно интересный эксперимент. Это по факту. Это действительно интересный эксперимент, но... Но ничего особенного. Видели и получше. Даже у них. В общем, все видео я болтал и не давал вам слушать, но если вы хотите послушать, там ссылочка-то на оригинал будет в описании, прям под ссылочкой на мой личный канал. А все, что я хотел сказать об этом, я сказал в процессе. Если ты это прослушал, перемотай и посмотри. И все. Все, что я хотел сказать, было уже сказано. Пока.